Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ая, я являюсь продавцом на Амазоне уже 6 лет. За это время я выпустила несколько продуктов, и на сегодняшний день я продаю 2 продукта. Это сумка для йоги и набор для тех, кто занимается йогой. Продавать я начала с одного маленького продукта, это были носки для йоги, и первоначальный капитал мой был около 3000 долларов. В итоге я этих носков продала на больше, чем сотни тысяч долларов, и вы можете посмотреть мое очень такое подробное видео, где я рассказываю, показываю вам все отчеты по Амазону, да, сколько я там заработала, какие у меня были расходы, как я вообще начала продавать на Амазоне. На моем самом, по-моему, одним из первых видео я выставлю его на экране, вы можете посмотреть. Очень интересное видео, очень много просмотров, и я думаю, что такие видео очень мотивируют много людей. Примерно 2 года назад, когда я только начала постить о том, что я продаю на Амазоне, что у меня есть свой бренд, люди начали мне писать и просить консультацию, да, потому что интереса вокруг продаж на Амазоне было очень много. Люди все начали понимать, что будущее за маркетплейсами, и многие хотели тоже, да, выставлять свои продукты и на этом зарабатывать неплохие деньги. Вот. И 2 года назад я начала консультировать людей, но было очень ограниченное время, и за час, там, 2 часа я не могла их всех консультировать, объяснять им, да, там, от А до Я, как вообще надо начинать правильно бизнес на Амазоне. И тогда мне поступило предложение записать курс, и я решила записать, да, курс, он такой очень подробный, и я там очень все доступным языком объясняю, чтобы всем было понятно. Курс на русском языке для русскоговорящей аудитории. На сегодняшний день курс прошли уже 1000 людей с разных стран мира. Есть очень успешные кейсы, люди вообще из разных стран. Есть люди, которые из Казахстана продают, из Киргизстана, из Дубая, из Израиля. В общем, да, очень много людей, которые продают, которые живут в Америке, также, да, продают на Амазоне США. Также есть мои ученики в Европе, которые продают как на маркетплейсе США на Амазоне, так и на Амазоне Европа. В общем, да, этот курс подойдет почти всем, кто хочет продавать на Амазоне. И все отзывы о курсе вы можете почитать у меня на Инстаграме, где люди мне очень часто пишут слова благодарности, да, они за такое короткое время, можно сказать, обучились новой профессии, такой современной, да, и очень востребованной. Так что, да, если вы хотите тоже продавать на Амазоне, то я советую обучиться и тоже выставлять свой продукт. Очень много людей мне задают вопрос, что такое вообще Амазон, как вообще можно продавать на Амазоне. Я вкратце вам расскажу, что вы, скажем, покупаете товар в Китае, маркируете его под свой магазин на Амазоне, да, и ваш поставщик из Китая отправляет его на склад Амазона. Продажи идут со склада Амазона, и вам не надо заморачиваться, да, там его упаковывать, отправлять покупателю. Этим всем занимается Амазон. За это он берет комиссию, но зато у вас, как бы, можно сказать, вы не выполняете эту всю черную работу, вы просто сидите дома, как это делаю я, ищите продукт, можете его разнообразить, добавить там какие-то дополнительные фишки, и заказывайте его у поставщика, да, поставщик это все делает за вас, тоже вы ему просто даете какие-то инструкции, да, там наклеить где-то штрих-код, упаковать там какую-то определенную упаковку и отправить это все на склад Амазона. В общем, да, это все очень кажется легким, да, но на деле, конечно, есть свои, да, нюансы, и если вы хотите как бы профессионально уже очень серьезно этим заниматься, то вам надо обучиться. Я не рекомендую начинать самим это все делать, да, потому что, как показывает практика, очень много людей мне пишут, что они сделали что-то неправильно, и у них все пошло не так, да, когда они хотели там создать страничку продукта, они это как-то нажали не туда. Ну, в общем, да, тут очень тяжело разобраться самим, так что, да, лучше берите опыт профессионала и делайте это все правильно изначально. У меня
есть видео, это такой бесплатный мастер-класс, который я записала в начале этого года, вы можете его посмотреть и примерно понять вообще, как работают продажи на Амазоне. Я там очень подробно об этом рассказываю. Также у меня есть бесплатное видео про регистрацию, да, аккаунта продавца. Вы можете зарегистрироваться, не надо никому платить, это абсолютно бесплатно. Вам понадобится определенные документы, чтобы это все сделать, да, и у вас уже будет, например, аккаунт продавца на Амазоне. И после этого вам уже надо там искать продукт, выставлять его, как бы, страничку продукта, да, создавать. Это все надо делать по инструкции. Да. Так что да, если вы серьезно хотите продавать на Амазоне, то я очень советую пройти обучение. Одно из моих самых любимых рубрик на моем канале — это показывать вам продукты, да, которые продаются на Амазоне, как бы, и это не такие продукты, да, которые там вышли несколько лет назад, там 10 лет назад, и там сейчас у них хорошие продукты. Нет, на Амазоне каждый день выходят в продажу разные продукты, и они пользуются успехом. Например, в прошлом видео про продажу свечек, да, я вам показывала продавца, который продает свечи, он начал продавать буквально в прошлом месяце, и у него сейчас уже там продажи в обороте 27 тысяч долларов. И таких продавцов очень много. Такими продавцами можете быть и вы. И сегодня я вам тоже хочу показать такой продукт. Это вот такие вот сумочки для собак и кошек. Да? Вот, вот так вот они выглядят. Это просто такая вот матерчатая сумка. Тут нету ничего такого сложного, это можно даже шить самим, да, можно сказать. Вот так она выглядит, сейчас я вам покажу, как она выглядела в коробке. Итак, очередная посылка от Амазона. Тут, как видите, такой рабочий пакет, в который Амазон закидывает все продукты, да, которые идут со склада Амазона. Вот, и так что я сейчас открою, покажу, что внутри. Внутри коробки, пакета, вот такая коробочка. Как вы видите, да, наверное, уже догадались, что это продукт для домашних питомцев. Называется Tomcas. Просто хочу вам показать, да, как вообще люди делают упаковку, когда продают на Амазоне. Просто крафтовая бумага, ну, коробка из крафтовой бумаги. Тут у нас вот этот вот FNSKU номер, который должен быть на каждой упаковке продуктов, которые попадают на склад Амазона. Я на курсе очень подробно показывала, как это надо делать. Вот, и тут еще QR-код их. Ну, в общем, все, ничего особенного, и сам продукт, да. Они его закинули в такую вакуумную упаковку, чтобы это не занимало много места, потому что чем больше продукт, тем как бы больше вы платите комиссию Амазону. Да? Так что вот это очень они сделали правильно, что закинули в вакуумную упаковку. Сейчас открою, покажу. Да, в общем, это вот такая сумочка для маленьких собак. Как видите, да, материал, по-моему, такой трикотаж. Внутри здесь такой полиэстер. Это просто как мешочек такой для того, чтобы с собой, да, брать маленькую собачку или кошечку. Вот. Здесь вот такой вот большой крепитель пластмассовый. И вот здесь можно регулировать, да, длину. В общем, да, очень классный продукт. Сейчас покажу вам в цифрах, сколько они приносят продавцу, какие еще есть варианты на Амазоне, потому что вы тоже можете продавать такие сумочки для собак, они очень популярны. Я думаю, многим стал интересен такой продукт, да, тоже, наверное, вы как бы захотели продавать такие же сумочки для животных, для домашних питомцев. Вот, давайте сейчас я вам покажу разные варианты, да, которые продаются на Амазоне. Это я хочу делать для того, чтобы вы поняли, какие именно модели, какой дизайн лучше всех продается, да. Также я вам покажу, за сколько можно купить такие же сумочки в Китае, да, на оптовом веб-сайте. Вот, и после этого, когда мы определимся с себестоимостью продукта, я вам покажу, как посчитать комиссию Амазона, чтобы вы поняли, да, сколько вы можете заработать чистыми, продавая определенный продукт. Да, в этом случае это вот эти вот сумочки. Так что да, смотрите видео до конца, тут очень много важных деталей, да, не пропустите вот эти детали, и да, будет очень интересно.
Сейчас я на сайте Амазона, это маркетплейс США, да, потому что Амазон есть еще в других странах. Я всегда вам отмечаю, что, скажем, если вы находитесь в Европе и откроете Амазон, то у вас высветится Амазон Европа. Так что очень важно набирать Amazon.com, да, чтобы именно был американский маркетплейс. Наша цель вообще продавать на Амазоне США, потому что здесь у нас более 300 миллионов покупателей каждый день, и тут у вас больше возможностей продать свой продукт. Это рабочая страница Амазона, и в поисковике, как все другие, скажем, покупатели, да, которые ищут какой-то продукт, мы набираем слова, да, например, там, pet carrier, например. Carrier sling. Ну, это вот такая сумочка для там, домашних питомцев. В общем, да, Amazon уже на первой странице сразу показывает разные варианты, да, какие есть. Вот. А наша цель просто посмотреть, какие тут есть модели, какие самые такие ходовые модели. Я ни в коем случае не советую никому копировать эти продукты, да, делать точно такой же продукт, потому что вы сразу, можно сказать, проиграете. Если вы хотите, чтобы ваш продукт был, продавался хорошо, то вам надо придумать какой-то, например, какую-то фишку, да, дополнительную. Не обязательно прям саму сумку всю переделывать, но, может быть, что-то добавить, там, кармашек какой-то, может быть, дополнительный там какой-то замок, да, цвет другой, принт другой, вот, да, это все можно сделать в Китае, вот, так что, да, вы смотрите, какие варианты я вам показываю, и параллельно думайте, да, как можно вообще разнообразить такой продукт. Так, давайте начнем с именно вот этого слинга, да, он называется слинг, вот он является бестселлером, и смотрите, какие у них продажи 163 тысячи каждый месяц, да, ну, они, да, давно начали продавать, в 2016 году, но, несмотря на это, есть и другие продавцы, которые тоже хорошо продают. Так, смотрите, у них в день продается 316 таких вот сумочек на 163 тысячи долларов. Теперь давайте посмотрим другой вариант, да, вот еще есть вот такой вот другой бренд, который точно так же скопировал этот продукт, примерно так же, да, и продает 142 такие сумочки каждый день на 86 тысяч долларов. Так, позже уже начали появляться другие, да, какие-то модели, вот это уже другой бренд. Как видите, да, сумочка выглядит немного по-другому. И в день они продают 179 таких вот сумочек на 134 тысячи долларов. Продавать они начали в 2017 году. Ребята, это вас не должно пугать, потому что я могу сказать, да, что, например, вот эти вот все модели, они давно уже начали продавать, и они приелись людям, да, например. И если вы сейчас выпустите какой-то продукт, который, например, будет немного по-другому выглядеть, да, вот, например, давайте я вам покажу вот этот вариант. Тут у них такой кармашек с клапаном, да, он как-то по-другому выглядит. И смотрите, продавать они начали в конце 2021 года, да, там чуть меньше 2 лет назад. И смотрите, 99 штук они продают каждый день на 67 тысяч долларов. Смотрите, какая у них цена. Цена у них 28,99, да. По сравнению с другими, как бы, эта цена, она не такая, как бы, низкая, как бы, почти 30 долларов, но все равно люди покупают. Это значит, что им нравится вот этот вот дизайн. Так что присмотритесь, посмотрите, что можно тут еще что-то добавить. Так, пойдем дальше, да. Это те же бренды, вот если просто посмотреть, Tomcat, Yododo я вам показывала, это тоже те же самые бренды. Так, теперь давайте посмотрим на это, да, тоже как-то по-другому выглядит эта сумочка. Продавать они начали буквально вот недавно, да, в ноябре 2022 года, и уже сейчас у них продажи на 13 тысяч долларов. Это очень отличный результат, месячный оборот одного продавца, он каждый месяц, у него вот такие вот продажи. Какие еще тут есть варианты? Тут я не вижу сумму. Вот, например, вот, да, еще вот такие есть варианты. Я, кстати, такие видела на девушке, она носила. Это как такой рюкзачок даже для ребенка выглядит. Но они там носят кошку, там собак. Вот, тоже очень такой популярный дизайн. Продают они 188 таких каждый день на 168 тысяч долларов каждый месяц. Такие вот у них обороты.
Есть еще вот такой, да, тоже самый серый такой, на 14 тысяч долларов продают. 29 тысяч, 44 тысячи, да, вот тоже начали продавать там 3 года назад, вот уже такие продажи. Давайте я вам покажу те, которые как бы недавно, да, начали продавать. Вот, например, вот этот вот вариант, да, просто черный, 50 всего лишь отзывов. Начали продавать в ноябре 2022 года, и у них уже как бы 5950 в обороте. Пусть такая цифра тоже вас не пугает, да, вы просто должны думать, что в долгосрочной перспективе ваш продукт будет хорошо продаваться, потому что эти продавцы все как бы только недавно начали, да, и вот как бы уже есть 50 отзывов, уже такой наработанный продукт, и у них пойдут продажи, люди покупают, вот они продают 17 штук каждый день. И да, 5000, я не знаю почему, ну, может быть, да, 5950 это правильная сумма. Вот есть вот такие вот, да, тоже сколько, 9000 у них в обороте, выпустили тоже в 2021 году. Теперь смотрите, желтый, да, вот если вы посмотрите, они все серые, там какие-то черные. Но этот продавец, он сделал вот такой вот желтый, да, и смотрите, у него в продаже уже. Начал продавать он в июне 2022 года, да, меньше года назад, и уже в продажах там 37 тысяч долларов у него каждый месяц. Есть вот такие варианты, да, вот, как будто ребенка завязали, вот 30 тысяч тоже в обороте. Да, тут очень много вариантов, и они все хорошо продаются. Просто вам надо присесть и посмотреть, да, вот, например, кто буквально недавно, да, выпустил продукт, и у него как бы идут хорошие продажи. И вы можете просто посмотреть, например, сложить все там 3 самых популярных дизайна, да, и сделать какой-то один универсальный, чтобы все эти функции были именно на вашей сумке для домашних питомцев. Цены тут разные, я хотела вам показать цены. Ну, скажем, вот такая вот стоит $20, да, $22, вот. Те, которые, ну, недавно начали продавать, вот, например, вот такой дизайн, вот они 28 примерно стоят, вот. И если вот эти вот дизайны, они очень такие простые, да, например, можно сказать, то, самые первые, которые вышли, вот. Но если вы сделаете, как видите, вот у этого продавца, он сделал какой-то карман с клапаном, там еще что-то и добавил, да, и он поставил цену почти $30, у него люди покупают. Так что, если вы сделаете классную такую сумку, может быть, разные принты, да, там, или, не знаю, добавите еще к этой сумке какой-то дополнительный кармашек, да, и, может быть, вы туда еще закинете какую-то подушечку там для собачки или там для кошки. В общем, да, это все можно сделать, вот, и тоже вы можете продавать свою такую же сумку, там, скажем, за 25,99, да, и у вас будет хороший продукт, будет приемлемая цена для покупателей, и продукт будет хорошо продаваться. В общем, да, мы запомнили цену 25,99, дальше мы будем искать этот продукт на сайте alibaba.com. Так, а сейчас мы на сайте alibaba.com, это самый большой оптовый такой китайский онлайн-магазин, где можно найти абсолютно все продукты. Продукты, которые я создавала и продавала, и продаю, я все это заказываю именно на Alibaba. Ну, как я нахожу поставщика тут и заказываю там большими партиями, да, скажем, там от там 200 штук, от 500 штук, в общем, да, тут можно найти все оптом по оптовым ценам. Так, здесь также, да, в поисковике вы просто должны набрать там pet carrier sling. И вот, в общем, Alibaba мне показывает, да, какие есть тут варианты. Вариантов очень много. Уже, да, мне вот он показывает, там, вот, например, вот такой стоит от $3 почти, есть вот такие за $6. Есть такие, там, по $5. Вот такие стоят от $6. Вот такие-то тоже прикольные, да, такие тоже хорошо продаются. Помните, я вам показывала, там, 160 тысяч, ну, они, по-моему, в месяц делают на продаже таких. Ну, в общем, да, тут очень много вариантов. Давайте посмотрим вот такой, да, потому что у них тут есть разные расцветки. В общем, вот так это все выглядит, примерно такая же сумочка, да, которую я показывала, вот она. И
Я вам всегда, ну, как бы рекомендую сперва заказать себе, да, например, вот такую, и посмотреть вообще, даже раскрыть вот эти вот швы, посмотреть, да, как еще можно по-другому сделать такую сумочку, вот. И, может быть, здесь сделать какой-то принт, да, там, собачки или лап, да, там, собачьих. Ну, в общем, очень много вариантов, это все зависит от вашей креативности. Вообще вы должны думать, да, например, чего нету на рынке. Я должен сделать именно такой продукт, которого нет на рынке, но как бы базовый дизайн продается, да, и вы можете, например, просто переделать там какие-то детали, добавить какую-то деталь или там, сделать другой принт, как я говорила. В общем, да, вот, например, вот так вот выглядит. Смотрите, вот, я бы, например, там, где вот кармашек, да, сделала бы какой-то, например, принт там собачьих лап, да, добавьте еще, может быть, к этому продукту бутылочку для собак, да, например, которые вот летом, они, есть специальные такие бутылки для собак, я, по-моему, даже выставляла статистику продаж такого продукта на Инстаграме, вот, в общем, да, очень много вариантов, что вы можете сделать, начинаются они от $4.40. Ну, думайте примерно, да, что может быть с доставкой вот именно таких сумок, да, у вас это все выйдет в $6, скажем, может быть, $5 будет стоить сам продукт, да, если вы закажете, скажем, вначале вы хотите заказать там 200 таких сумок, то у вас на руках должно быть $1000 на заказ продукта, да, плюс еще у вас должно быть примерно, ну, может быть, там, $200-$300 на доставку, да. Ну, в общем, если взять, у вас должно быть примерно $1500, чтобы начать продавать этот продукт. Если вы хотите его разнообразить, да, там, сделать разные принты, то, конечно, тут надо будет уже побольше денег, да, потому что они могут сказать вам, что если вы хотите сделать там принт какой-то свой, да, то вам надо заказать 500 штук. Ну, в общем, да, если вы заказываете 500 штук, то, соответственно, у вас на руках должно быть там 2,5, там $3000, да, там $4000. Вот. Так что, да, ну, вариантов очень много. Да, я вам рассказала, да, как можно вообще разнообразить этот продукт, чтобы он был интереснее, чтобы его больше покупали люди. Вот, в общем, да, давайте посчитаем, что сам продукт, да, примерно стоит $5 и плюс доллар за доставку. $6 – это примерно себестоимость продукта. После того, как вы узнали себестоимость, вам будет легче посчитать комиссию Амазона, что мы сейчас и сделаем. Итак, чтобы посчитать комиссию Амазона, вам надо зайти на сайт sell.amazon.com. Тут Amazon хранит как бы всю информацию, да, о том, как продавать на Амазоне. В общем, да, тут вам надо будет зайти на Pricing и Revenue Calculator. Это калькулятор, который посчитает вам как бы маржу, да, сколько вы можете заработать. Нажимаете на Try the Revenue Calculator, Continue as Guest. Если вы пользуетесь Google переводчиком, то эта страница будет на русском. Может быть, да, эти все слова будут на русском. Мне самой просто удобно на английском это все делать. Вот, вы просто смотрите, да, на какие там кнопки я нажимаю. Так, и здесь вам надо ввести вот такой вот ASIN номер. Его вы можете найти на Амазоне, если зайдете на Амазон, да, вот скажем, и найдете этот продукт, который вы, как бы, примерно похож на ваш, да, который вы хотите продавать. И, скажем, и пойдете вниз на страницу этого продукта, вот, где написано Product Details, да, детали продукта, тут будет вот такой вот ASIN номер. Это специальный номер, который выдается продукту Амазоном. Вот, вам надо скопировать этот номер и вставить в калькулятор. Вот, Amazon, в общем, уже показывает, да, такой вот, как бы, такие данные, как, например, сколько весит примерно этот продукт, какие у него размеры, и базируясь на это, он показывает уже, сколько он возьмет с вас комиссию. Так, если вы продаете свой продукт, скажем, за 28.99, то комиссия будет вот такая, да, там почти что $11. Вот, ну, скажем, вы вначале будете ваш продукт продавать там за 25.99, да, чтобы как-то конкурировать ценой с другими продавцами. В таком случае у вас комиссия будет вот 4,89, это за то, что вы пользуетесь площадкой Амазона, да, и продаете свой продукт. И fulfillment cost – это комиссия за то, что Амазон принимает ваш товар, хранит его, да, и
отправляет покупателю, когда его покупают. Так, в общем, да, вот здесь выходит тоже чуть больше $10. Ну, там, $10.50, да, можем сказать. И здесь вам уже надо будет ввести себестоимость продукта. В вашем случае, скажем, ваш продукт стоит $6, да, себестоимость, как мы посмотрели на Alibaba. Вот, и если вы покупаете продукт за $6, перепродаете за $25.99, то ваша маржа будет $9.29, да, вычитав все комиссии Амазона. Это очень хорошая маржа, больше 35%. И да, такие продукты как бы очень тяжело как бы найти и продавать, да. Ну, можно, скажем, да, может быть, у вас еще уйдет там $2 на рекламу, да, там на один продукт именно, как бы на продажу одного продукта, то даже в таком случае у вас маржа будет $7.29, что тоже очень даже хорошо. Вот, в общем. Да, вот имейте в виду, меня все спрашивают, да, там говорят, там, а что, почему вы про рекламу не говорите? Вот про рекламу я и говорю, может быть, вы $2 будете как бы тратить на рекламу, да, на один продукт. Скажем, если вы там у вас 200 штук продукта, да, то это примерно считаете, да, что 2 умножаем на 2, на там $200-$400 у вас уйдет, чтобы рекламировать этот продукт на Амазоне. Вот, в общем, да, $7 примерно вы можете заработать, продавая вот такие вот сумочки для собак и кошек. Вот, так что, да, я думаю, что это отличная маржа, продукт классный, он не тяжелый и такой не капризный, да, можно сказать, на языке Амазона. Так, с ним не будет никаких проблем, вам не надо будет предоставлять никакие сертификаты, там какие-то разрешения, да, в общем, заказал и перепродал. Так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, вы поняли, да, вообще, как работают продажи на Амазоне, где это все надо заказывать, сколько это все будет стоить, как посчитать комиссию. Это все очень важно. И я думаю, на примере именно вот таких вот сумок для домашних питомцев, да, вы поняли, что заработать можно очень хорошие деньги. Вот вы представьте, что вы начали, да, там, заказали там 500 штук, да, и эти 500 штук вы продаете с маржой $7, да, это чистыми. Умножаете 500 на 7, это примерно $3500, да. Скажем, вы в месяц продали 500 штук в начале. Но, как вы видите, продавцы продают по несколько тысяч каждый месяц, да. Даже если, скажем, вы в самом таком скромном случае, да, вы продаете 1000 вот таких вот сумочек каждый месяц, то ваша маржа будет $7000. Продаете там 2000, то это $14000. И вот представьте, что вы, у вас как бы свой магазин на Амазоне, да, и вы продаете такие продукты каждый месяц и зарабатываете вот такие деньги. Я точно так же начинала 6 лет назад, продавала и начала хорошо зарабатывать. На сегодняшний день это мой самый такой хороший заработок, да, чем я занимаюсь. Вот, другие варианты работы я уже не рассматриваю, потому что Амазон мне вообще дает возможность, да, как бы жить на эти деньги, можно сказать, как домохозяйка, да, я могу посвящать свое время своей семье и параллельно иметь вот такой вот онлайн-бизнес. Также хочу отметить, да, что эти люди, которые продают на Амазоне, это такие же люди, как и мы. Не думайте, что у них там есть какое-то образование, что они там закончили курсы дизайна, или они там, у них там финансовое образование. Нет. Вообще, как бы, продажи на маркетплейсах, да, как бы, не обучают в университете. Это то, чему вы должны научиться сами. Вот. И да, эти люди тоже прошли какой-то курс, да, наверное, такой быстро, поняли, как что делать правильно, и изначально выпустили свой продукт в продажу. И правильно запустили, да, продукт, потому что тоже очень важно. Они тяпли, да, как попало, вы там заказали, не понимали, как это все надо правильно делать, да, не заключили там договор с фабрикой. Вот, да, меня часто спрашивают, а что делать, если, например, заказ придет бракованным? Чтобы предотвратить такие случаи, всегда надо заключать договор с фабрикой. У меня есть на курсе образец такого договора, да, по которому работают все мои ученики, и, по-моему, ни разу не было такого случая, чтобы кому-то отправили бракованный товар. У всех все хорошо продается, и никто мне как бы не жаловался. Вот, так что да, если вы хотите тоже продавать на Амазоне, обучайтесь, выходите на этот
бизнес, да, можно сказать, потому что, как вы видите, сейчас люди очень быстро переобуваются, можно сказать. Многие сейчас, например, которые работали там по 10 лет, да, там юристами, бухгалтерами, там, не знаю, в школе, они все хотят какой-то свободы, все хотят работать из дома, чтобы у них, да, была вот такая вот свобода, да, и плюс, конечно, чтобы были деньги. Да, этот бизнес идеален для тех, кто вообще давно задумывается, да, там, просто работать тогда, когда они сами хотят, и зарабатывать неплохие деньги. Ссылку на курс я оставлю внизу, вы можете перейти на сайт по QR-коду, который будет на экране, да, и там будет вся дополнительная информация. Просто вкратце расскажу, что это курс состоит из 7 часов видеозаписи. Вам надо будет зарегистрироваться на портал курса, и вы можете заходить в любое удобное для вас время, обучаться в любое удобное для вас время. Вы можете задавать свои вопросы. На курсе есть закрытый форум, где вы можете найти ответы на абсолютно любые вопросы. И если у вас возникнут какие-то свои вопросы, вы всегда можете задать там свой вопрос. И я мониторю этот форум почти каждый день, отвечаю на все вопросы, и мы там все решаем какие-то проблемы, да, которые возникают с Амазоном. На форуме более 1000 вопросов, я отвечала там более 4000 раз. Так что представьте, да, какой там кладезь информации, чтобы запустить бизнес на Амазоне. Также хочу отметить приложение Jungle Scout, который я пользуюсь уже более 6 лет, да, и вот это приложение именно мне дает возможность смотреть вот эту статистику, делать анализ продукта, да, или там юнит-аналитику, как многие говорят, да, чтобы посчитать, какая будет у вас маржа. В общем, да, Jungle Scout очень крутое приложение, тоже ссылку я оставлю внизу. Вы можете приобрести там пакет помесячный, да, который стоит $69, ну, называется Suite. Например, скажем, вы приобрели его на месяц, как бы посмотрели, сделали анализ, выбрали себе продукт, и можете его закрыть, да, чтобы не платить эти $69 каждый месяц. А приложение того стоит, сразу могу сказать, да, потому что у вас откроется вся картина, и вы будете все видеть, какой дизайн хорошо продается, сколько чего в день продается, когда выпущен продукт. В общем, да, и на сайте я тоже показываю, как правильно надо пользоваться этим приложением, чтобы найти продукт, который будет приносить вам хорошие деньги. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, где я почти каждый день показываю такие актуальные продукты, которые хорошо продаются, показываю статистику. Там очень много советов от меня, да, если вы хотите какие-то продавать продукты, можете всегда там задать вопрос в директе, я стараюсь всем ответить, вот, да. Также я там показываю, да, там все цифры, там, сколько мне приносит Amazon, можете посмотреть все в сторис в актуальных, там есть все, ну, как бы отчеты, да, которые я показываю. Вот, также есть, так как я скоро выпускаю новый продукт, это такие панамки для девочек, да, я там точно показываю, что я делаю, как я делала дизайн, как я как бы выпускаю этот продукт, это тоже очень такая крутая информация, по-моему, никто из других вот таких гуру Амазона, да, которые просто говорят там теорию, не показывают вот таких вот деталей, и такая информация очень нужна всем новичкам, которые только начинают продавать на Амазоне. Так что да, подписывайтесь на мой Инстаграм, ставьте лайки на это видео. Мне очень приятно, когда вы ставите лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, да, потому что я вижу, что вам видео нравится, и для меня это такая мотивация, да, чтобы в дальнейшем тоже делать вот такой вот очень полезный контент для тех, кто интересуется продажами на Амазоне. Увидимся в следующий раз. Всем пока!